Выставка живописи приурочена к Всемирному дню защиты пожилых людей. Да, и здесь представлены работы нашего кружка «Дыхание кисти», в котором занимаются граждане пожилого возраста 60+. Здесь присутствует руководитель кружка «Казак» Сергей Иванович, также присутствуют наши кружковцы и их первая вот такая вот большая выставка в нашем территориальном центре совместно вот с библиотекой. В рамках работы отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста еще в марте 2019 года начал свою работу кружок «Дыхание кисти». С тех пор все его участники непрерывно ведут активную и интересную жизнь в своем уже таком близком дружеском кругу. Людмила Довинец, Зоя Барас, Раиса Даник, Светлана Шила и Наталья Ильяшевич – самые активные кружковцы, милые и очень талантливые дамы, каждая из которых имеет свой неповторимый стиль. Интересно, что представленные на выставке художницы в своей прошлой предпенсионной жизни никакого отношения к творчеству не имели, и, как говорят они сами, только с выходом на заслуженный отдых времени свободного стало действительно много. Это и послужило толчком к реализации всего своего творческого потенциала. Как результат – выставка, праздник и возможность поделиться с обществом своими трудами и талантами. Свободное время, потому что не надо было ходить на работу, и можно было заняться чем-то другим. Я тогда начала заниматься скандинавской ходьбой в институте третьего возраста. И там же познакомилась со студией Балденко Валентина Васильевича. Чувство праздника. Потому что когда выставка, ты работаешь, что-то творишь, если можно так высоко, высокими словами выразиться, и хочешь показать это другим людям, чтобы они тоже увидели. И чтобы они поделились с тобой своими впечатлениями. Потому что у художника, как известно, нужно, чтобы его подпитывали положительными, в основном, эмоциями. Истинным вдохновением для художниц кружка «Дыхание кисти» является жизнь во всех ее проявлениях. Книги, воспоминания, фотографии, яркие события, пейзажи и цветы. Мне очень нравятся цветы. Если вот мне дарят цветы, я обязательно должна их нарисовать. Я просто... Знаете, не могу даже мимо пройти. Или, допустим, вот ну, у нас есть огород, там, короче, сирень расцвела, я эту охапку приношу и буду рисовать. Пионы расцвели, я приношу и начинаю рисовать. То есть я это не могу оставить без внимания никакой этот букет. То есть я люблю природу. Все работы художниц золотого возраста заслуживают того, чтобы быть увиденными. С момента основания клуба они регулярно выставляются по всему городу, а впереди у них много планов, задумок. Главное, что всех их объединяет желание жить дальше ярко, активно и творчески интересно.